О, выбор. О, сударь, вечно вы со своей камерой не даете дальше передохнуть. Что-то я замерз. Всем привет, с вами Большой Сэм. Я сейчас нахожусь на Финляндском вокзале, да. Вот, жду отправления ласточки и направляюсь в Выборг. Жесть, поезд рычит. Ему не понравилось, что я все снимаю. А вот так выглядит Выборг глазами москвича. Выглядит так, как будто мы уже почти приехали. По времени как бы да, должны приехать. Плавно снижаем скорость. Так, и мы направляемся в поисках, выдвигаемся на разведку, да, разведываем. Ветка. Мы отошли буквально минут 10 ходьбы от привокзальной шаурмочной, и мы оказались вот здесь. Это Выборгский рынок. Туда мы уже побывали, в этой шаурмочной, только что. Фото я, конечно же, приложу, точнее, видео. В данный момент мы находимся здесь, вот здесь мы как бы... Это вода, получается, мы находимся именно здесь. Ну, а если серьезно, то мы находимся в старом городе. Узенькие улочки. Это могло быть типичное падение. Ого, здорово. Слышь ты, крендель. Так, мы зашли в какой-то там переулок, на какую-то, ну, это улица Крепостная. Да, и мы тут просто бродим. Вот это кафе-трамвай, выглядит здорово. Сейчас узнаем, кто владеет всем этим заведением. Сталин. Пробивается солнце. Это здание похоже на вокзал.
А плохо в современном мире нужно думать там, что клуб. Клубешник. Я буду выбирать, что, где, когда. Так, Выборг, Big Sam представляет, мы снова в сборе. Вот тут небольшое такое ответвление. Ох, то есть тут можно лезть по лесенке, не под напряжением. Ладно, я как бы потрогал ее, она не под напряжением, но трогать на видео я ее не стану. Еще вот виднеется башня ратуши 15-17 веков. Поед. Да, сейчас мы направляемся к Красной площади. Итак, мы посетили Красную площадь. Не знаю, тут нет ничего красного на этой Красной площади. Разве что вон там крыша немного такая красная. Красная крыша. А еще нам сказали не влезать в эту штуку, а то она нас убьет. Да, а еще вон там Субару стоит. Субару. Не машина, а мечта. Это кубок для моих подписчиков, которые подписываются, я их очень сильно люблю.
там Макдоналдс. Нормально получается.